В микрорайоне Конищево так называемые кафешки и мини-бары по-прежнему ждут своих посетителей. По словам местных жителей, как и раньше, клиенты уже с раннего утра штурмуют двери питейных заведений. И зачастую двери этих распивочных выглядывают прямо на школьные дворы, детсады, либо спортплощадки. Вот, например, рядом с мини-кафе «Венера», что на улице Интернациональной, на расстоянии буквально 50 метров находятся сразу два детских сада. Само же питейное заведение находится в пристройке пятиэтажки. Его посетители превратили территорию рядом с ней в общественный туалет. Жители окрестных домов категорически против работы распивочной. Не знаю, может быть, со временем когда-то и дойду до у наших чиновников руки до них, но будем надеяться. И как разрешили детский сад рядом? Они тут с утра 7 часов. Пора закрывать. Я бы, например, с удовольствием хотела, чтобы нам прикрыли это кафе. Антирюмочный закон действует уже почти неделю, но контингент посетителей этих заведений мало чем внешне изменился. Это все те же люди, старательно избегающие объективы телекамеры. Широкую популярность в определенных кругах не теряют и еще два заведения. Кафе в пристройке жилого дома на улице Бирюзова, 5, и бар в подвале многоэтажки на Станкозаводской, 26. По идее, теперь рязанские полицейские должны проверить все эти вроде как безобидные заведения на предмет торговли алкоголем. Впрочем, борьба правоохранителям предстоит явно нелегкая. Кстати, пока еще в прессе не появлялась информация о закрытии хотя бы одной распивочной, не дающей покоя добропорядочным жителям спальных районов Рязани.